В детстве мы любили собирать различные игрушки. Это были солдатики, различные значки и так далее и тому подобное. Все это мы приносили домой и никогда не выбрасывали. Постепенно набиралась достаточно большая группа зверей и воинов. Когда мы переехали жить на ГЭС, мы здесь начали также еще и лепить из пластилина. Численность постепенно возрастала. Все это, как бы, все, что мы делали, либо находили, покупалось, все как бы мирно существовало, было как единым целым. Но постепенно у нас начала возникать тяга к сражениям. И тогда мы все, что у нас было, стали называть Русью. Все, что появлялось новое, либо создавалось, мы стали называть врагами Руси, которые нападали на Русь. Сражения происходили разными способами, при помощи пистолетов, различных там, пуль и так далее. Постепенно это перешло даже к штыковым сражениям. И в конечном итоге мы поняли, что небольшими отрядами там, в 10, 20, там, 30 бойцов невозможно уничтожить Русь, которая набирала все большую и большую силу. И сражения получались просто бессмысленными. Когда мы стали создавать новый народ, как бы это были германцы. Почему назвали их немцами? Потому что мы просто плохо знали историю. И кто был враг Руси? Это фашисты. Поэтому мы стали создавать Германию. Это был такой противовес. Вот. Постепенно численность этого народа возрастала. И в один момент она достигла более 200 воинов. В это время на Руси мы проводили различные учения, пограничников и так далее. Русские получили винтовки. И нам захотелось провести сражение. Немцы к этому сражению были абсолютно не готовы. Оружия у них практически не было. Бой они проиграли. Какое было у них оружие? Вот здесь видно вот графитовый древко. На пластилине прикреплен наконечник из ковыля, из травы такой. Здесь тоже такое же древко, прикреплен восковый наконечник, которым вообще поразить невозможно. Некоторые воины вооружались, возможно, такими вот спичками обугленными. Кто-то вооружался перьями хвостовыми от попугая. Некоторые воины имели винтовки со стеленовыми штыками, в лучшем случае. Многие вообще были без оружия, либо вот сабли такие вот пластилиновые для ближнего боя. Эта армия потерпела полное поражение от русских, 204 воина погибло. И как бы Германия практически перестала существовать. Остались только вот эти вот существа. Но главным была эта белка такая вот. Она была самое крупное пластилиновое существо. С красного пластилина. Тут у нее черная коса шла. Сейчас, конечно, это не видно. Достаточно эмпатичный животный был в свое время. Вот, и остались также вот около 30, ну тут 32 существа. Это были вот такие вот лягушки с зелеными глазами. Они ездили вот такой вот машине. Это металлическая машина. Достаточно хорошо сделана. Тут еще одна мышка с ними. Вот. Что можно еще видеть? Это вот такие вот заклепки какого-то конструктора. Они считались живыми, даже подставки им сделаны. Бабочка такая вот металлическая. Это заколка. Рывы из металла, тоже хорошее такое качество. Непонятно откуда взятое. Ну тут отряд вот мышей. Один утуш. Вот здесь можно видеть еще таких у человечков 6 штук. В Руси говорил, что в Зайцевом городе есть такие человечки, которые там лепил в школе поезд, я ошибся. Это еще откуда-то они были сделаны. Вот эти человечки были в поезде. То есть на уроке лепки я сделал поезд несколькими вагонами, открытым верхом как бы. Но там были машинисты и пассажиры, то есть женщина с зонтиком и так далее. Вот эти человечки непонятно откуда происхождение. Довольно странные такие. Кто такие, нельзя понять. Вот здесь у него символ тут Германии. Какие это они делали. Вот. Вот такая вот стрекоза, крылья у нее сделаны из семян дерева. Вот такая вот птица. Также здесь можно видеть такие вот вещи, как мыши из бумаги вырезаны. И вот такое вот опять существо такое. Свинья, ну свинья вот. Так, ну что еще было в Германии?
Это был такой вот значок. Ну, тогда мы не знали, что тут написано, мафия, ниндзя. Вот. Мы просто не понимали, ниндзя и все. Круто. Вот. Такое вот украшение. Германцы жили на стуле маленьком, таком деревянном, детском. И вот такой вот значок висел на грядушке стула. По украшениям был. Также там висели такие вот вещи, как зеркала, вот такие вот. Два угла. Германцы жили у костров. То есть на стуле разводили вот такие вот костры. Там вот воины жили. Ну да, крупные такие вот воины. Костров было даже побольше, чем тут. Еще где-то должно быть. Что еще было у германцев? У германцев были такие вот улитки. Ну, про них уже рассказывали, когда говорили про ужей в Руси глуборонной. Это вот улитки были. Такие вот они были длинненькие, либо свернутые. Они использовались для диверсии на территории Руси. Тут видно, что три коробка почти полных, наполненных ими. Но их было гораздо больше, так как ужей в Руси достаточно много. Ужи поедали этих улиток. Из-за этого росли. Вот уже вот так вот видите, как вот эта змея. Вот это была первая система, когда при помощи поедания других существ развивались, как одни существа поедали других, развивались. Вот. Ну, что тут еще можно видеть? Большие ценности. Это пуговицы, так называемое стекло. В то время была очень популярная игра под пупочки. И вот эти пуговицы считались наиболее ценными. Что здесь еще? Такие вот мечи в ножнах. Не вытаскивается. Германские. Что еще можно видеть у нас? Ну, тут монеты. Вот деревья можно увидеть. Это миниатюрные деревья. Скорее всего, делались лет в 94-м году, наверное. Или в 95-м. Для продажи в Русь. Это чисто декоративные дерево и пальма такое. Они, конечно, помялись, испортились. Раньше были получше. Это какая-то рация. Непонятно, для чего она была сделана. Вот эти щиты металлические, они были где-то в середине третьего класса появились. Большинство из них было отправлено на Селезневку для вооружения местных там врагов русских. Вот такие вот остатки от шипов от стегозавра. Был такой стегозавр большой сделан. И вот пробные шипы. Потом мы их переделали, сделали более красивыми. Эти остались. Вот эти вот спинные шипы. Вот это вот хвостовые. Их должно было быть 4. Кораблик вот такой вот небольшой. Вот можно еще вот увидеть такой вот щит. Вот. Видно, что он сделан из значка такого. Облеплен белым пластилином. Это была большая ценность в то время. В начале третьего класса мы решили создать достаточно большую диораму. Мы узнали, что на русских нападали татаро-монголы. И решили сделать крепостную стену, очень большую, протяженную, с воротами, которую обороняла бы русские воины с мирными жителями. Из ворот выходила бы дружина, а кочевники нападали бы с внешней стороны, если по лестнице, обстреляли из луков и так далее. Для этого мы решили сделать таких вот русских воинов. Начали с голов. Такой вот мужчина средних лет и молодой человек. В принципе, сделано очень даже неплохо для того возраста. Тело должно было быть сделано отдельно из синего пластилина, чтобы имитировать цвет кольчуги. На него как бы нашивались пластинки, колечки кольчужные, они делались из проволоки, но они были слишком крупных размеров, поэтому
это было невозможно. Тогда мы начали эти как бы, кольца вдавливать в пластилин, пытались создать таким образом кольчугу, но это получилось некрасиво. Да и к тому же создать такую диораму в тот момент мы просто не могли, потому что у нас не было ни такого количества пластилина, чтобы это сделать, никаких иных материалов, допустим, дерева и так далее. Поэтому работа над этой диорамой завершилась на этих главах. К маю 1992 года численность Германии постепенно возросла и достигла 91 воина. Они состояли из таких вот воинов. Это были воины, сделанные, скорее всего, на уроке лепки в школе. Они представляли себе русских воинов. Металлических доспехов, то есть голубого цвета, и шлемах. И в золотых. Такие вот воины с коричневыми головами и лицами. Их было 8 воинов, сейчас осталось целых 7, и голова от одного лежит. Они были вооружены такими вот луками. Тело сделано из веточки, но могла быть и из пластилина. Следующие воины это вот такие вот. Это вот пешка из шахмат, нашли на улице, скорее всего. Вот такой вот заяц, достаточно редкий. Обычно по позе не делают. Такой вот львенок. Его нашли на селезневке, видно следы лопаты, когда копали картошку. Ну, вот тут знали, что еще лежит. Возможно, это германское, трудно сказать, чье оно. Скорее всего, принадлежало немцам. Вот это вот прародитель всех германцев и белка. Для этого было сказано, что вот это вот животное было белка, это неправильно, это кошка. Вот это вот белка. Ну, посмотрим, такой вот отряд рыцарей. Ну, так, этот воин, скорее всего, доспехов не имел в то время никаких. Трудно сказать его происхождение, так что вот про этого. Вот, вот это вот римляне. Они были сделаны из зеленого пластилина, непонятно почему. Руки видно коричневые. Вот, и вот у них были шлемы, как бы, не металлические, конечно. Пластилиновые, желтые гребни такие. Так мы себе представляли Рим. Посмотрев какое-то кино по телевизору, вот еще один тоже римлянин. Ну и книжка у нас была, да, как бы Сирим спас. Вот, какой-то воин тоже непонятно. В то время это имел доспехи вот такие вот желтые. Это фольга из-под зубной пасты применялась. И стороной почему-то не бронзы, как бы, а такой цветной. Это было достаточно странно, потому что, в общем, мы открыли, грубо говоря, свойства этого доспеха еще в то время. То есть можно было делать из зубной пасты доспехи. Были даже сделаны рыцари вот такие. Вот так вот этот, например. Так вот, заправа металлическая. Доспехи. Еще вот такие же вот воины такого же типа. И почему-то это было забыто. Очень странно, кстати, почему. Вот такой вот всадник сделан где-то в 3-м классе. Он сделал по типу селезневской конницы, лошадь также облачена. Замечательной особенностью его было то, что шлем у него был сделан не так, как сейчас ракушки, а был сделан из грязи, затвердевший. Металлические пластинки, такие вот, это монеты, были обтянуты сверху тонкой фольгой, поэтому было не видно, куда колоть, что давало ему дополнительную защиту. Но мы пошли еще дальше, сделав такого воина. Под этим вот фольгой с русской брони, достаточно тонкой, находятся металлические пластинки. Вот туда же. Они сделаны внахлёст, то есть перехлёстываются друг друга, давая ему очень большую защиту. На, это было как чешуя. Так, вот можно еще увидеть кого. Вот такую свинью я нашел на уроке физкультуры на футбольном поле, с ним пробегал целый день. Принесли домой. Вот это ихтиандр. Из фильма вот такого вот сделали. Вот эта вот птичка, трудно сказать, с какого мультфильма. Вот это вот собачка Снупи. Тоже из мультипликационного фильма американского. Такие вот уши у ней коричневые. Вот это вот из мультфильма Вук. Поросенка Вука. Поставили на мне. Достаточно красивый сделал лисенок. Да, с пером вот у него на голове. Вот
такую курицу сделали, что он тащит укралкой. И когда создавали Диснейленд, такую курицу сделали. В этом Диснейленде было дерево. Вот с такими вот листьями, вот одна из веток сохранилась. Также вот были еще «Сонный камень», такой мультфильм. Это вот мудрец такой и два героя из этого. Достаточно красиво были сделаны, даже видно под доспехами. Успехи потом на них повесили уже, когда создавали германский легион. Под Лорику Сигмента точно не сделал, под римский. Так вот, была у них еще рыбка там летающая. Вот это вот Супермен из мультфильма. Из фильма. Щит он такой вот сделал. Так. Вот еще, когда мы жили в бабушке Тони летом, там шел мультфильм по черно-белому такой. Черно-белый телевизор про динозавров. Земля до начала времен. И вот мы всех их сделали. Это вот Little Foot и все его друзья. Вот можешь посмотреть, как он сделан. Достаточно крупный, брюхо желтым сделано, лицо с коричневым таким. Это все додумал, потому что мы видели его в черно-белом варианте. Вот такой вот стегозавр. Немножко неправильно, или анкилозавр скорее даже. Вот. Такой вот гадрозавр. Конечно, немножко изменен, вот последнюю линию. Передает тут внешний. Вот это цера, трицератопс такой. И птеродинозавр. Так тут сделано. И тут германские орлы. Они летали, воевали с русскими, с татарами потом. В воздухе, с самолетами с ихими. Происхождение этой птичка непонятно. Почему-то находится в Германии. Ну вот, гуляя за домом, мы как-то нашли такие вот счастья от подшипников. Мне принесли их домой, сделали им голову пластилиновые, и такой вот отряд получился. И несколько бойцов тут это не пили с колес, думаю, тут этих. У них был такой вот флаг и барабанщик. Вот еще вот один динозавр, понятное происхождение, желтый такой. Так, вот такой вот всадник, лошадь, ну это типа кот был, а вот это лошадь. Лошадь выменили на два вкладыша от турбо. Очень ценные были вкладыши, но поменяли на селезневки, улья. Ну вот здесь вот бойцы еще, вот такого вот индейца мы где-то нашли, или выменили. Такого вот рыцаря тоже нашли где-то. Это вот индейцы купили. Он снимался с лошади. Снять его. Не помню, что делать. Лошадь, конечно, сделали не пропорционально, не особо красиво. Так, здесь мы видим героев из мультфильма про русалочку. Русская кольчуга, броня. Вот это вот сам царь подобного мира. Просто немножко загнул, чтобы стоять мог. У него был такой вот трезубец. Из гвоздя сделанный. Это сама русалочка. Ей, правда, сделали ноги. Волосы были не крыс. Рыбка там была. И краб. Ну, краб, конечно, конечности уже поиспортили все,
Раньше, конечно, выглядел по-другому. Ну и птица такая. Так, ну вот еще целый отряд такой, достаточно интересный бойцов, 21 их был. Ну, примерно. И потом их еще доделали. Вот голова сделана из металла, тело сделано из пластилина. Так. Ну, весь этот отряд был состоял из нас одного воина. И как бы ему нужно было противостоять новой угрозе, которая возникла для Германии. Это нашествие кочевников. Для отражения этой угрозы германцы вот в этом месте стали строить крепость. Она примерно была достаточно крупной. Туда он простиралась. Вот. Она состояла из коробков, карандашей, всякую хлам, как мы смогли найти. Был такой сообразный вал такой от кочевников. Там они заняли оборону. На них напала достаточно крупная орда кочевников, состояла из 80 бойцов. Нападали они, как сказано в летописях, три волны. Шло три орды. Вооружение их состояло из пластилиновых таких мечей. Сами они были для того времени достаточно крупными. Это были волки вот такого вот размера. В то время никаких доспехов на них не было. Волков было 30. За ней вместе с ней атаковали, скорее всего, лис, которого было 15. Это была первая волна, скорее всего, самая мощная. После того, как волна была отражена, пошла вторая волна, состоявшая из зайцев. Вот такие вот бойцы. Это были зайцы. Их было 23 воина. Когда эта атака была отражена, один из зайцев сбежал. И мы зарешили устроить еще одно нападение на германцев, но пластилина у нас как бы не было, не с чем было делать. Думали, решили сделать из зеленого пластилина. Таких вот советских солдат, они в касках, в форме, в сапогах. Раньше они все вот так вот выглядели. Их было 12. Ноу-хау такое, это вот сделан была пилотка солдату. Технологический прогресс. Тогда доспехов на них не было. Но и эта атака потерпела сокрушительное поражение. Заяц, который сбежал от отряда, остался живой и побежал в Ливонию. И предложил ливонцам напасть на немцев. Ну, скажем так, нам просто хотелось экстрима. Выдержат ли германцы еще одно вторжение? Вторжение состояло из отряда ливонцев. Их было около 30. Вот можно видеть этих бойцов. Это были вот такие вот пластмассовые советские всадники Красной Армии. И отряд рыцарей. Ну, посмотрим подробнее. Они стояли из таких вот ливонцев в доспехах, и было всего четверо. Скажем так, неплохого качества такого-то. Относительно боевого. Кольчуга в доспехах. И мешками. Тут такие вот зверьки были, достаточно хорошего качества. Такие вот. Мордочка все сделана, косичка там. Они были достаточно красивыми. И в боях практическую часть не принимали. Возможно, они даже шли каким-то простым оружием, пластилиновым. Вот такой вот зверек. Все хорошо были. И также из такие вот зверьки были чудеса на виражах. Вот.
этот кит без булки такой. Полу тоже хорошо достаточно для того времени сделаны. Ребекка, начальница у него была. Вот. Вот этот вот отряд напал на германцев. Когда они шли, то есть палас считался сушей. Кстати, можно видеть знамена. Хоть они были ливонцами, но знамена вот такие были. Когда они шли, подойдя к краю кровати, на них вот отсюда, вот из засады, выскочили германцы. Германцев было меньше, поэтому нужно было хоть как-то победить, получить преимущество в бою. Но мы уже как бы в боях с Чупрунем уже проходили вот этот момент нападения на клин сбоку. И тут было еще раз оно пробировано. Всадники не очень хорошо умели отражать нападение сбоку, и поэтому их легче было убивать, и в конечном итоге германцы держали победу. И начала появляться Германия, объединилась, большое мощное государство. После разгрома нашествия орд, отразив 4 атаки, Германия стала достаточно крупным государством. Как мы видим, здесь около 170 существ, которые могли быть воинами, хотя многие из них, некоторые из них не имеют оружия. Со временем в Германии присоединились еще около 50 различных существ. Такие вот. Не все они были воинами, но вот рассмотрим. Вот это вот свинья. Пластиковая. Ее у нас забыли приезжать к нам в гости из Бикетовки. Забыли у нас. Он тут у нас и остался. Эти роботы были сделаны из металла. Ну, скажем так, после битвы, вот это большой, да, Германии, один из нападавших кочевников убежал, затал татар. Поэтому все новые войны появлялись становились татарами. Но так как эти материалы строительные были у германцев, и они родились в Германии, скажем так, они стали германцами. Почему вот Микки Маус стал германцами, совсем понятно. Но вот стал. И вот это вот рысь. Этот из резины делает, это из пластика. Вот этих нашли в более позднее время. Возможно, уже ближе к битве народов. Таких двух мотоциклистов. Мотоциклов не сохранилось от них. Вот. Перед нами еще также этот отряд из 18 бойцов. Это баскетболисты. Они сделаны из плохого пластилина. То есть он был достаточно ломкий. Для этого мы не хотели делать солдат. Сделали таких вот баскетболистов с вытянутыми руками. Это была такая игра. На руки приклеивался просто бумаги. И мячиками они перекидывали друг другу. И забрасывали как бы в корзину. Через какое-то время нам надоело, мы начали ломать ее, что вот двоих таких солдат сломали, лицо сломали. Вот, это может их 8. Вот. Мы решили их как бы захватить. Вот. И направили в зал, где они находились, отряд бойцов из Германии, они их перебили и привезли в Германию, поэтому они к татарам не попали. Вооружение получился такой отряд небольшой. Ну, вот здесь вот такой вот лоб крупный. Еще один такой же, вот, чуть-чуть поменьше, да? Вот. И вот такой вот заяц тоже был сделан и добавлен в Германию. Так вот сделан еще тигр такой. Откуда тигр взялся? Он был такой создан мир насекомых, которые мы вам потом расскажем. Вот такие существа из этого мира были добавлены в Германию. Мы их считали разумными. Такие вот динозавры, вот динозавр до этого показывал. Говорил, что он был древний германец, правильно? Вот такие вот еще существа. Где подок похожие. Такой вот тут. А когда они перебили комаров, вот эти существа, вот, хищных комаров, вот был сделан с них вот этот тигр. Вот такие вот железноголовые солдаты, о которых уже говорилось. Их некоторое количество, ну, допустим, по части, точно неизвестно, было добавлено в этот отряд. И численность возросла. И общая численность Германии получилась примерно около 118 воинов, которые могут держать оружие.
После окончания войны с Зотовым, лучших германских воинов мы вернули в Германию. Перед нами стала новая дилемма, что делать дальше. Даже во время Зотовской войны мы, в принципе, планировали вторжение как бы на Русь, Германии, с ее союзниками какими-нибудь. Но проблема все в том, что Германия не была такой большой грозной силой. Численность русских росла, они вооружались и имели достаточно большую армию. Германия не была столь большим государством, поэтому мы решили провести ее срочное перевооружение. Было введено такое ноу-хау, это как двойное оружие. Воинам давали длинную спичку деревянную и пластиковый меч. Ну, сейчас мы видим воинов, которые вооружены по-гречески, то есть одно оружие заменено железным мечом. Раньше вместо него был либо деревянный копье, либо меч пластиковый. Смысл этого оружия также заключался в том, что одно оружие было длинным, другое коротким. То есть для дальнего боя и для ближнего. Германия также имела достаточно большое число всадников. Для того времени это было много, их было целых 40. 21 вот таких вот, и остальные были пластмассовыми. Было придумано, германцам построение. Они строились как бы так называемая нами греческая фаланга, то есть на фланках стоял конница, в центре большое число пехотинцев. Так мы называли греческую фалангу. Ну так мы объясняли в учебниках по истории. В Германии также существовал отборный отряд из 14 воинов. Это были германские рыцари, так называемые. Они практически с тех времен не изменились, не имели русский доспех, полностью покрывавший их тело, вот плащей только не было, и железного оружия. Это был элитный отряд. Причем этот отряд строился на фланге, то есть конница шла в атаку, а бой продолжала тяжелая пехота, а не стояла где-нибудь в резерве. Также германцам мы передали все нововведения. Это вот это вот нечто подобное, рибадекину можно назвать ее. Мы не знали, как это назвать. Коробок, к нему крепили спички. Сзади воин его толкал на противника. Оружие не очень эффективное, потому что можно было запрыгнуть на спички и все. Обездвиживалось. И вот такие вот колесницы. Это достаточно хорошее изобретение, но тоже в войне оно не приняло участия никакого практически. Воинов перевозили таких маленьких на колеснице. Она шла вперед. Со скоростью практически окон. Конницы можно было перевести мелких воинов. Причем усилив какой-то фланг, допустим, либо совершить обходной маневр, завести воинов во фланг или в тыл противнику. Очень хорошая идея, но не прижилась. Также в армии присутствовал некое подобие резерва. Вот эти двуногие воины, вот эти четвероногие двуногие. В принципе, глубина построения позволяла. Часть воинов могут отбежать на фланге, либо остаться здесь в случае необходимости. Все такой небольшой резерв. Общая численность всех этих воинов насчитывала 226 бойцов, что это, в принципе, было достаточно много. Но помимо этих воинов, в Германии были и мирные жители. В принципе, всех я уже их описывал. Их и число где-то 51. Ну, мирные жители – это так, достаточно условное название, потому что часть из них периодически сражались, имели оружие, например, как вот эти вот динозавры, или роботы, потом их разоружали и так далее. То есть не кочевали, то мирные, то военные были. Когда в подготовке битвы народов в германскую армию включили еще вот такой вот отряд. В Германии было уже 3 таких воина из мира насекомых. И еще 8 включили. Также в 1994 году, в апреле, в Германию присоединился вот такой вот отряд из 25 воинов. Германцы присоединились сами, разгромив их. Это лесные жители из мира динозавров. Они ездили на таких вот собаках. Были с черными волосами, были с желтыми. Были щиты такие, из пластилина. Вот такие вот воины. Но они выступали в основном как союзники. Например, в битве
с греками когда татары проводили, они выступили в качестве союзников греков. В принципе, они в то время были германцами. Вот можно увидеть, что из себя представляла Германия. То есть это было достаточно крупное государство, общая численность которого составляла 308 воинов, вместе со всеми союзниками. К битве народов, 308 жителей, из которых где-то 232 это германских воина и 24 союзника. В битве народов Германия непосредственно, Германия выставила 215 воинов. И 17 воинов передала, как бы, перешли в рыцарский орден служить. То есть они уже не назывались германцами, а были рыцарями. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал.